парке Степанова День города перерос в глобальное экстрим-шоу. Здесь прошел уже 4-й по счету фестиваль уличной культуры Life for Real. Когда 4 года назад это движение только зарождалось в Иванове, участников едва ли набиралось 50. На этот раз их уже более 300. Экстремалы из Иванова и многих других регионов приняли участие в соревнованиях по различным дисциплинам. Стритбол, отборочный этап Кубка России, также экстремальные самокаты, BMX, ролики, скейтбординг, уличные направления фриран, трикинг, воркаут, воркаут в приборе. Каждый год возрастает и география расширяется, потому что приезжают уже из Московской области. Вот сегодня, допустим, по такой дисциплине, как BMX, очень много ребят из Московской области приехало. То есть есть на что посмотреть уже. И уровень наших спортсменов тоже, несомненно, вырос за эти года. И это радует.